здравствуйте. Вы заглянули на канал «Охота. Мое хобби». У нас маленько вчера снежок был, но уже все тает. Туман есть небольшой. Температура, в принципе, плюсовая. Мы сейчас с вами отправляемся на охоту на утку с чучелами и манком. Сейчас 8 километров по Волге на моторе. Сейчас мотор прогреваем. Устанавливаем чучела и охотимся. Время уже, наверное, где-то ближе к 10 утра. Рано вставать я не стал. Смысла нет. Она, если есть, она весь день там тусуется. Ну все, отправляемся туда. Маскируемся, расставляем чучела. Постараюсь по возможности как можно больше показать. Сегодня я взял с собой два ружья, очень настырный. Купил килограмм пятерки, назаряжал пятерки дробью. Порох «Сокол» 2,3, 36 грамм пятерки. Пыш H22. Кроме «Сокола» больше ничего в магазинах нет. Возвращаемся к старому доброму «Соколу». Все-таки я не успокоюсь, пока не начну стоза стрелять. Сегодня, естественно, уже эмоции все уберу. В тот раз было эмоции, увидел много уток и сразу все, весь поплыл. Все, ребят, отправляемся по Волге в болото. Смотрим, что там у нас с утками. С той недели лежит. Вот на той неделе была здесь. До сих пор. Кто-то потерял. На той неделе была пришвартована нормально. Может, кто увидит, найдет свою лодку. Ну что, я на месте. Утки, конечно же, меня ждать не стали. Столько утки уже нет. В глухих протоках лед. Но маленько есть. Нашел местечко, где, ну не знаю, штук 30 я поднял. Одиночки были все, не стаями взлетали, как в тот раз. Там одна, там одна. В общей сложности штучек 30 было. То есть здесь она была сконцентрирована как-то. Ну, естественно, сейчас я все разогнал здесь. Тут уже как бы... Будем посмотреть. Посидим чуть-чуть, покрякаем. Время полно. Лодку уже плохо замаскировал. Почему? Потому что камыш уже лег. Пришлось уже ручками поработать. Уже много резал.
Ну как получилось. Сейчас так расшевелю еще ее немножко. Заценим обстановочку. Два ружья. Я себя чувствую каким-то советским депутатом. Два ружья. Оба заряжены. Маночек, гомен будем пробовать сегодня. Ну это патрончик, патронтаж. Вот так лодка у нас сегодня замаскирована. Естественно, если встать, я где-то по пояс торчу. Чучела. К сожалению, эта камера сильно удаляет. Вот это кобела с этой стороны. С той стороны манков. Уже чайки вон сидят далеко на льду. Ничего не боятся. Все, охотимся и все. Один выстрел сделал, пятерка на соколе, с тозика 34-го. Все нормально, налетел неожиданно, с разворота бахнул. Упал тряпкой в камыш. Первый поиск удачи не принес. Примерно знаю, где упало. Сейчас вернулся, передохнуть, воды попить уже, наверное, полчаса его ищу. Наверное, сейчас будут... Ух ты! Большая стая налетала. Одна утка есть. Блин, еще летают. Ёпарасоте. По поводу той пойдем поищем попозже. Я уже весь мокрый. Мокрый не от... Ну и дождь иногда срывается. Но мокрый я от того, что внутри весь взмок. По камышам лазить. Он лег, весь переплелся. И просто нереально. Блин, они прям снижались. Вот прям такие, знаете, вот есть фотографии там в американских. Прям такие утки. Ооо. Они снижались. Если бы я не схватил ружье, они бы сели в чучела. Блин, чайка, я думаю, утка. Ну, та лежит на месте, пусть лежит, потом заберем мы ее. Мне понравилось. Деревня недалеко, гуси гогочат. Пойду заберу я ее. Ну мы что, будем в прятки играть, что ли, а? Не будем мы в прятки играть. Серая утка. Башку разбил ей. Ну и хорошо. Хороший такой крякух. Такая прям видно, что утка готова. Утка созрела. Налетела стая, естественно. Схватил пятизарядку первую. Отстрелялся. В принципе, выбил сразу же с первого, но добивал еще и по другим. В чучела чайка села. Вообще больная, что ли. Ну и хорошо, пусть привлекает. Работаю маночком сегодня, гоумен одним. Так вот утки вдалеке не видно, она не мотается. Ну поманишь, вот поманил. Буквально. Ну вот только первый раз еще сел, сразу же начал когда манить. Манил, где-то минуты через три, смотрю, вот он налет. Я с вами как раз разговариваю. И вот он налет. Стайка была. Ну, чайка садится, значит, я хорошо замаскирован. Прямо вон по чучелам плывет. Ну, наверное, не будет видно. Вон она. Охотимся.
продолжаем. Результат есть, и то уже не зря. Уже хорошо, уже приятно. Сижу, покрякиваю. Утки вообще перестали летать. Никого нет. Сижу, зябну. Блин, забродники прорезал. Одна нога мокрая. А зяб, думаю, ну что сижу? Пойду искать первую утку, которая стоза 34-го взял. Только сел, камеру даже не успел включить. Только зарядил, два ружья положил. И вот он налетает. Сразу бах, первым выстрелом с верхнего ствола. Пятеркой. Я увидел, упала тряпкой. Ну, то есть, там без вариантов. Упала в камыш с разворота. Вот я, вот у меня чучела. Вот так вот. Вот чучела. Я сижу вот. Он налетает. Вот он идет, идет, идет. Я его уже вот здесь вот где-то вижу. Скидываю ружье, начинаю вот бить. И вот он сюда в камыш падает. Падает он метров от меня 30, наверное. Это я так отсюда вижу. 30 метров примерно. Ага, заметил. Вот от этого камыша ближе метров на 10 сюда. Вот дык, вон ориентир сразу терновник. Думаю, ага, напротив терновника. Все. Сейчас вот сижу. Ну, первый раз я поискал, вымотался там. Все, облез. Вот так вот там, как спаниель. Лазил. Такой, думаю, сейчас сижу. Ну, что сидеть, сейчас уже домой скоро собираться. Надо еще капканы на бобра поставить. Успеть. Время уже час где-то. Пойду, думаю, уже без ружья все. Пошел лазить. Лазил. Тоже весь уже. Ушатался. Потом вспомнил ситуацию свою летнюю. То, что искал в одном месте, оно вроде бы кажется, вот она упала. А на самом деле она еще дальше падает. Ну и здесь я тоже вроде как раз 10 метров взял, лазил. Начал в камыш раздвигать, вот так вот смотреть. В корни сажусь. Там сверху гуща, шапка. А я вот так присаживаюсь в корнях, одни палки. Раз. Нету. Ага, прошел еще. Раз. Нету. В общем, искал. Потом вот третий раз я уже присел. Такой раз. Выхожу, камыш раздвигаю. И вот она лежит. Короче, что это у нас? Это у нас крохоль. Вот он. Вот такой страшный. Ну, это вроде бы как утка. Лапы оранжевые. Бит пятерочкой. Крохоль средний, есть еще малый крохоль и большой крохоль. Это, по-моему, средний. Ну, если не прав, поправьте. По-моему, это средний крохоль. Ни разу не добывал крохоля. Впервые. Видеть видел. С пацаном на охоту ездил, он при мне добывал. Я никогда не добывал. Вот в первый раз в жизни я крохоля добыл. Ну, они у нас позже подтягиваются. Вот всегда они ближе к ноябрю. В ноябре они у нас тянут. Это чисто север. Они у нас не гнездятся. Это чисто северный уже подход. Ну и что у нас сегодня еще серая? Такая густая, прям набитая. Ну все, я сматываюсь, чучела собираю. Вот я вот так выставляю чучела. Как правило, всегда в длинную шеренгу. Так стая кажется больше, и утки их дальше издалека видят. Сколько раз пытался собирать, ложить чучела, ну, таким кругом, петлей такой. Почему-то не летят. Вот так более эффективно вот летят, когда я делаю, вот, допустим, вот сейчас кобела стоит. Ну, так вот, хаотично, типа зигзагом выставляю, кидаю. Потом небольшой пробел для посадки. И там у меня уже манков чучела стоит, также в длину, ну, немножко таким клином, как бы. Тоже, чтобы там было место для посадки. Вот так вот. Сейчас я это все дело собираю. И завтра мы продолжим. С этим возиться. Охотиться. Время есть. Мы в отпуске. Солнышко вышло. Тучи разогнало. Благодать. Только уток нет. Сейчас плюс придет небольшой. Надеюсь, опять оттают эти. Может, набьется. Может, еще раз повезет нам попасть на такой лед, который был на тех выходных. Вот это был лед. Ну,
Я что-то был какой-то сам не свой. Сегодня стрелял хорошо. Сегодняшняя стрельба меня порадовала. Конечно, по серой утке я лишканул 5 выстрелов. Ну каких 5? Потом добивал еще. Выстрелов 7, утка. Ну ничего. Главное же, мы не патроны считаем. Мы считаем уток. Утка добыта, это самое главное. А что патроны считать? Это расходный материал. Пострелять оно тоже приятно. Чисто просто. Это уже из детства. Пацаны мы, как ни крути, дай нам пострелять. Здесь глубоко. То ли воду подняли. Надо сейчас посмотреть. Сейчас на бобра капканы буду ставить. Посмотреть, вода что-то поднялась. Скорее всего поднялась, потому что здесь даже на моторе не пройти было. А сейчас я здесь на глиссере пришел сюда. Глубоко здесь. С лодки не хочу собирать. Крутится туда-сюда, туда-сюда она. Вот так проще в забродах. Хоть у меня сейчас там и течь, прям течь идет. Вот чувствую, как она вода туда заливается. Ну а что сделаешь? Бляха-муха. Придется это все вот так вот бросать, а дома распутать, потому что, ну, это будет жесть. Не, я залезу, иначе я сейчас замерзну, пока буду капкан ставить. Ладно. В общем, собираюсь и до завтра.